Всем привет, вы на канале Квейтена. Продолжаю для вас обзор боев с турниров разных. Идет у нас серия Кубков Наций. Это Кубок Наций по Атиле. Матч против опытного соперника из клана РТК. Скифер. У Скифера, если я не ошибаюсь, вандалы. У меня на Кубке Нации выпала Римская экспедиция. Это фракция победитель прошлого турнира. Посмотрим, так ли хороши римляне против вандалов. За Римскую экспедицию несложно играть. Мне пока что нравится. Особенно мне нравится больше всего то, что на каждый бой можно брать один и тот же состав. Здесь просто нет других вариаций. Если только может быть брать каких-нибудь там арбалетчиков, лучников. Но тогда не хватит денег на буцелариев, либо на хорошую конницу. По правилам этого кубка конницы здесь не так уж и много можно взять. Обычно это по 5 конниц у каждого. Вот. Посмотрим. Вроде бы как я расставился. Особо не заморачиваюсь насчет расстановки. То есть, как расставил, так и расставил, в принципе. Особой тактики какой-то у меня нет. Итак, противник готов. Пожелаем ему удачи. Постепенно будем выдвигаться вперед. Посмотрим, что взял противник. Мой вы состав вы видите. Все отряды подсвечены, то есть стандартный состав за экспедицию. У вандалов есть германские копейщики, причем, ну, элитные 4 отряда, довольно сильная вещь. Знатные свепские мечники, тоже очень сильные мечники, у них есть стена щитов, если я на них пойду буцелариями, в принципе, они, наверное, даже могут перерубить. Не знаю, как вандальские вот эти знатные сербские мечники могут показать против моих буцелариев. Они тоже практически неубиваемые, но вот этих сербских мечей я бы боялся. Есть у него 3 лука дешевых, германские стрелки. Думаю, проще мне получится их перестрелять. Также видно у него аланские всадники. Знатные аланские всадники, царская конница свебов. Ну, это довольно сильная конница, то есть нужно очень аккуратно играть. И генерал у него германская знать. Сильный состав. Нельзя сливаться. Бой довольно очень ответственный. Попробую сыграть аккуратно. Вряд ли у меня получится. В предыдущем бою что-то как-то я сильно налажал. Так, видно, он лучниками отходит, походу. Не знаю, может быть, самому пойти зарашить. Посмотрим, что выйдет. Начался замес. Так, здесь у меня все стоит. Полководец в опасности! Защищайте его! Так, вот это переместим сюда. Конница сюда, наверное.
Тяжело, тяжело как-то играется. Определенно. Так. Он уже всю свою конницу перевел на этот фланг. Я тут вообще не успеваю ничего опять, конечно. Тяжелый, тяжелый бой. Посмотрим, как Целарий покажет себя против его пехоты. Включим все группы. Так, отлично. У меня получилось его конницу опрокинуть. Нужно генерала сейчас спасать. Ударкой, наверное, здесь зайду по центру. Враг собирается силами. Попробую копейщиков опрокинуть, может они разбегутся. Так, здесь я натиск провтыкал. Так, надо Буцеварию ввести на помощь. Так, вот здесь у меня Буцеварии разобрались его пехоты, надо лучников прочажить. Так, посмотрим, что тут еще у нас. Вот отряд освободился. Походу в этом бою я вроде как побеждаю. Осталось сделать технику, у меня еще юнитов много. Тут еще резерв есть у Целариев. Заведем Целариев в тыл. Добьем его генерала. Сломлены и пытаются спастись бегством. Так, здесь у меня лучники что-то провтыкали. Так. Враг теряет преимущество. Так, надо генерала спасать. Так. Сейчас прачники, наверное, добьют его конницу. Ну, делайте залп уже. Мимо. Ну, попали. Неплохо, в принципе. Все, генерала добил его. Сейчас он вроде должен побежать. Все, дело осталось за малым. Ну... Не знаю, переживал я что-то вначале, я думал, что сербские мечники сильные очень. Сейчас, скорее всего, цифра у нас поменяет состав. Так, ну что тут по итогам боя? С большим преимуществом я его перерубил, всю пехоту. Видите у меня, да, сколько войск еще оставалось. Конницу получилось его ликвидировать. Ладно. Состав, блин, нет смысла менять. Той же сборкой пойду в бой. Неудобнее всего... Римской экспедиции играть против фракции, у кого вот есть дальнобойные луки. У вандалов, насколько я помню, есть германские лучники за, ну, по-моему, за 400 или сколько-то монет. Они могут на очень большую дальность стрелять. Вот если он возьмет дальнобойные луки, он меня вынудит атаковать его. То есть вперед как бы я пойду, могу наделать ошибок. То есть, в принципе, экспедицию можно...
раскатить, как-то попытаться, то есть обмануть, окружить. Я не могу брать дальнобойных стрелков, потому что, ну, они дорого стоят. То есть если я возьму своих каких-нибудь сагитариев в доспехах, да, тут, или баллистарии, да, там, то есть арбалетчики, то есть, ну, они очень дорого стоят, но их очень тяжело реализовать. Вот минимум, что у меня должно быть, это вот 4 вот этих конницы, 4 буцеларии. Если я вот здесь вот возьму к пехоте что-то послабее, да, то есть буду пытаться вот по монетам здесь как-то выбирать, то, ну, вот эти мечники, они гораздо хуже. Или те же копья, да, вот за 350. Броня 33, боевой дух 36. А вот эти стоят всего лишь на 100 монет больше, но посмотрите, какие статы совсем другие. Уже бронированные, боевой дух больше. Прежний бой, все дела, натиск. Натиск даже в два раза больше. То есть нет смысла менять. Ну так, скифер готов, второй бой, посмотрим, что он нам предложит. Делаю свою стандартную установку. Так, стопы. Если он возьмет, в принципе, тот же состав, что и в прошлом бою, то я особо париться как-то не буду. Так. Две конницы на каждый фланг. Ну, пращики пускай будут пока что в центре. Так. Я готов. Пожелаем сопернику удачи. Не самый сильный генерал, мне кажется, для римской экспедиции, то есть, ну, всего лишь только он один, вот конные буцеварии, других взять нельзя. У других фракций есть генералы и покруче, мне кажется. То есть, вот это тоже вот одно из самых слабых мест в римской экспедиции. Так, ну, вандальские берсерки, то есть он отказался от мечников, да, я так понял. Германские копейщики. Так, германские копейщики. А это слабее или наоборот дороже тех, которые он брал в первом бою? И здесь германские копейщики. Три отряда, да? Но они такие довольно сильные. Хотя у моих копейщиков показывает, что для них низкая угроза. Отказался он от сербских мечников. Тут мне кто-то спамит в Steam. Так. Ну, берсерки, блин, у них урон 40. Они еще пугают. Броня 15 зато. И как раз у меня по центру пращники. В принципе, если я по центру ударю сейчас, да, я пращниками могу просадить по хп его берсерков, и они очень быстро сольются. Нужно только, чтобы фланги продержались. Все, план на бой, короче, есть. Так. Кто мне там писал? Лэндон? Бизи? Рейнал. Он один.
Так. Давайте стрелять. Да куда ты побежал? Ой, господи, бля. Куда вы идете? Ну. Чуваки, куда вы идете, чуваки? Короче, начал я у этих просаживать по ХП. Так, он тут мечника своего подвел, знатный сербский мечник. Ладно. Хорошо. Генерала сюда подведу, наверное. На полководца напали! Дает он мне своих мечников расстрелять, ну ладно. Так. Решил он силу перебросить, значит, да, хорошо. Хорошо, я тоже так сделаю. Пальцем деланные. Так, конницу надо выводить. Ударкой ударить по его генералу. Наступаем. Блин, он меня тут зажимает как-то ловко очень. Стоялся вот тут своей пехотой, короче. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Противник собрал войска и вернул их в бой. Да ну нафиг, ё-моё. Вот это сейчас будет финиш. Наши люди сломлены, они бегут. Свои остатки конницы, они мне могут очень сильно помочь. Так. Пращники куда-то пробежали сквозь. Люди сломлены и пытаются спастись бегством. Да что я не успеваю конницы-то? Блин. Натиски, натиски. Натиски. Все, самое главное в этой игре натиски. Так. Далеко он своим генералом, хотя сейчас это, мне кажется, зарешает. Топоры, 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 не стойте. Так. Так я тут добиваю это тут какого-то одного человека тут оказывается, я думал там. У него много войск осталось. Наши люди бегут, спасай. Добил он мою шкуру. Конницу, блин. Так, ну. О, топоры кинули в генерала, нормально. Их полководец пал! Они обречены! Ну-ка, кажется, ПВП. Удача на нашей стороне. Сашка конница Свипов, но она, наверное, сильнее.
Ну все, ГГ, короче. В этом бою было посложнее, но тут я косячил, конечно. Но мне кажется, вот эти вандальские берсерки не самый лучший вариант, потому что... У них нет брони. Я их прощами просто весь боезапас прощей выпустил, да и все. Не заморачиваясь. Посмотрим, сколько эти вандальские берсерки нарубили, то есть, да? Ну вот, 88, но это совсем мало для них, мне кажется, 70, 30, 28, 27. А вот знатные мечники, вот свепские, они убили почти, видите, 165, тут 158, как присяга. Ладно. О, видите, да, видите, прачники по сотке почти. Ладно, спасибо Скиферу за матч. Удачи ему против других соперников. Групповой этап подходит к концу. Посмотрим, кого я против кого я попадусь в плей-офф, или будет еще второй групповой этап. Так, thanks, YouTube. Всем пока!